Долго едет скорая помощь, не хватает лекарств, сложно записаться к врачам, медицинское оборудование требует замены. Об этом пишут химчане в администрацию муниципалитета. Глава городского округа Дмитрий Волошин встретился с заведующими отделения Химкинской центральной клинической больницы, чтобы решить проблемы. Обсудили, какого оборудования не хватает, как решить кадровые вопросы и как уменьшить время ожидания скорой. Мне нужно будет еще где-то 2 недели, примерно, может быть, 3 недели, чтобы проехать все заведения медицинские, городские. В феврале месяце будет встреча с министром, и после встречи с министром, может быть, сделаем какой-то форум расширенный, всех медиков, всех топ-врачей наших пригласим, и я вам там расскажу, что мне удалось решить с конкретными сроками, а вы тогда, там, возможно, какие-то поправки, еще что-то. Я думаю, что в таком виде надо, эта проблема не кого-то одного, это, ну, она общая. Я без вас ничего не сделаю. В конце февраля на форуме Министерства здравоохранения власти озвучат проблемы химкинской медицины. После составят планы по решению каждой.